В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Пянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. От 1 к 200 главный врач КБ-50 рассказал о том, как с коронавирусом борется в нашем городе. Самая опасная болезнь кошек в городе фиксирует рост числа заболеваний панлейкопении. Зато ученые, когда в городе появится очередной арт-объект. Далее расскажем обо всем подробно. 8 апреля в нашем городе выявили первого зараженного коронавирусом. В сентябре каждый день заболевало уже примерно по 20 человек, в ноябре по 200. В начале пандемии больных размещали в инфекционном отделении, под ковид тогда выделили 90 коек. Сегодня их 310. Пациентов везут не только в инфекционное отделение. Больных коронавирусом размещают в офтальмологическом, терапевтическом, неврологии. Подробнее о борьбе с ковидом рассказал главный врач клинической больницы номер 50 Сергей Оков на заседании социального комитета городской думы. 740 сотрудников клинической больницы номер 50 пополнили статистику заражений коронавирусом в нашем городе. 157 из них, в том числе 43 врача, болеют сейчас. Кадров не хватает, медики на вызовах с утра до ночи. Плюс многих врачей из других отделений, стоматологов, гинекологов, офтальмологов направили на борьбу с ковидом в стационары. На помощь клинической больнице прислали бригаду из Приволжского окружного медицинского центра. Но и это не решило проблему. Еще примерно 15-20 врачей нужны в стационары и столько же в поликлинике. На то, что приедут еще специалисты из других городов, мы вряд ли можем рассчитывать. Ситуация с ковидом везде тяжелая. О проблемах КБ 50 рассказал главный врач Сергей Оков, выступая на заседании социального комитета городской думы. У нас 230-240 посещений ковидным больным и примерно 100 посещений к больным нековидным с ОРЗ ежедневно. И вот к этим больным нужно прийти в спецодежде, ходить просто, как раньше ходили врачи и медсестры. Тяжело. Весь объем, который у нас есть, мы сейчас задействовали. У нас за рулем садятся и завгары, механики и заместители главного врача. Рост числа заболевших продолжается. В городе нужно вводить ограничения миграции граждан хотя бы на 2 недели, считает Сергей Оков, чтобы прервать эти цепочки. Все резервы больницы исчерпаны. Следующим шагом может стать отказ в госпитализации больных, которые в ней нуждаются. Что допустить на территории города категорически нельзя. Поэтому нужно продумать об ограничительных мероприятиях. Были введены в апреле и в мае месяце, но и почему-то не вводятся сейчас, при совершенно другой ситуации. Еще одна проблема – усталость медицинских работников. Многие врачи, фельдшеры, медсестры, санитары несколько месяцев отработали в красных зонах. Проведя по 6 часов в специальном костюме, без возможности присесть, отдохнуть или элементарно попить воды, они возвращаются домой, открывают социальные сети, откуда на них валится шквал критики. Для медицинских работников, конечно, не хватает моральной мотивации, положительных эмоций. Потому что творится в информационной среде, скорее всего, напоминает мракобесие средних веков, нежели чем хотя бы моральная поддержка врачей и медсестер. И вот такая разухабистая, иногда какая-то хамская оценка их деятельности в социальных сетях, она существенным образом влияет на часть. Часть не читает. Им некогда, им не до этого. Но еще часть, она как бы вот на нее влияет. Что касается тестов, то всего с начала пандемии лаборатории в Сарове провели более 80 тысяч исследований на ковид. Охват тестированием составил 675 на 100 тысяч человек. Это в несколько раз больше установленных нормативов. Тестировать всех подряд специалисты просто не в состоянии. Иначе результатов анализов придется ждать несколько суток. Через полторы недели появится дополнительное оборудование, количество исследований увеличат. Подробнее о работе с теми, кто находится на карантине, депутатам рассказала главный санитарный врач Сарова Ирина Игнатьева. Она отметила, что за время эпидемии сотрудники ее ведомства выдали более 9 тысяч постановлений. Сначала приходили к каждому на дом, отдавали документы лично в руки. Сейчас людей не хватает, о карантине сообщают по телефону. Причем для того, чтобы можно было потом доказать, что человек проинформирован, с помощью нашей платформы «Умный Саров» нам установлен разрешенный закрытый канал, который записывает эти телефоны, они хранятся в закрытом доступе и могут быть востребованы органами дознания, прокуратуры, судов, для того, чтобы можно было потом доказать, что человек действительно проинформирован и должен по данному адресу соблюдать режим изоляции. Таких звонков было уже более 3000. Ирина Игнатьева напомнила, что контактным лицам, живущим в одной квартире с зараженным, тесты больше не делают, если у них не появились какие-то симптомы болезни. И спустя 2 недели они могут спокойно вернуться на работу или на учебу, даже если в
в квартире, остальные продолжают болеть. Эпидемиологи вообще пишут о том, что заразность возможна только в первые 10 дней заболевания. Отвечая на вопросы депутатов о дезинфекции общественных мест, Ирина Игнатьева отметила, что когда человек заболевает, проводят заключительную дезинфекцию подъездов. При этом заражений в подъездах практически нет. Был только один случай, когда заболели жители сразу 6 квартир в одном подъезде. Остановки, открытые места тоже не обрабатывают. Смысла в этом нет. Также Ирина Игнатьева рассказала о результатах эпидемиологического исследования, которое проводится по всей стране. Выясняют, какова прослойка тех, кто имеет антитела к коронавирусу, то есть иммунитет к ковиду. Таких 38%. В мегаполисах больше 50%. Проведены очередные замеры льда на водоемах Сарова. На Боровом вода промерзла на 19,5 сантиметров, на реке Сатис – на 17 сантиметров. На реке Саровка лед очень тонкий, измерить его невозможно. Специалисты департамента городского хозяйства напоминают, что в Сарове во многих местах бьют ключи, которые размывают лед. Из-за этого горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на водоемы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Изменилось время вызова врача на дом в поликлинике номер 1. Теперь вызовы на дом участкового терапевта принимают с 7 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Ранее было до 13. Телефон тот же – 955-11. Если вы не смогли дозвониться по телефону, то можете направить заявку по электронной почте 955-11@sar.ru. Сделать это также нужно с 7 до 12 часов. 4 декабря в России отмечают День заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Праздник всех, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ждет Новый год. Если отправить письмо сейчас, дедушке как раз хватит времени, чтобы вовремя донести подарок. Адрес резиденции российского Деда Мороза – 162-390 Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Или электронный адрес www.почта-dm.ru. Студент САРФТИ вышел в финал молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Участниками одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Приволжском федеральном округе стали 150 студентов. В финале оказались 9 конкурсантов из Нижегородской области, в их числе и саровчанин. Всем им предстоит побороться за возможность попасть в десятку лучших студентов страны и пройти обучение по программе развития управленческого потенциала, получить дополнительные баллы при поступлении в РАН ХИКС. Финал соревнований пройдет 9 и 10 декабря. 45 лет в этом году отмечает детская школа искусств нашего города. Пышные торжества пришлось перенести. С юбилеем ДШИ ее выпускники и нынешние ученики поздравляют в социальных сетях. Теплые слова в адрес родной школы звучат и от педагогов-ветеранов. За эти годы детская школа искусств выпустила не одно поколение музыкантов, танцоров, певцов и архитекторов. Подробнее о том, как все начиналось и чем живет ДШИ в наши дни, расскажем далее. Днем рождения детской школы искусств принято считать 1 сентября 1975 года. Тогда, по многочисленным просьбам жителей, горосполком распорядился открыть в стенах монастыря вечернюю музыкальную школу, где первоклашек учили игре на фортепиано. Первым директором стал Владимир Александрович Земсков. Несмотря на почтенный возраст, как педагог, он и сегодня продолжает заниматься с ребятами. В 1986 году школу реорганизовали, и она получила свое нынешнее название. А в 2009 году ДШИ переехала в новый дом на улице Гагарина. Два концертных зала, специальный классы для хора, балета и оркестра стали залогом стремительного подъема. И сегодня детская школа искусств – один из флагманов дополнительного образования в нашем городе. В нашем городе все школы имеют свое лицо. Каждая школа имеет свое лицо. И вот детская школа искусств, она более эстетическая. То есть есть разные направления – танец, архитектура, эстрада, вокал. И в то же время классические направления – фортепиано, баян-аккордеон, гитара. Вот это отличает ее от других образовательных учреждений дополнительного образования нашего города. Первыми порог детской школы искусств переступили около 100 ребят. Сейчас, спустя 45 лет, число воспитанников перевалило за 1000. Фортепиано и архитектура, эстрадно-джазовое искусство и хореография. В школе работают 9 отделений. Под руководством опытных и чутких наставников, а их сегодня 53, дети становятся победителями конкурсов, учатся верить в свои силы и идти вперед, несмотря ни на что. Для них детская школа искусств – это любимое и дорогое сердцу место. Вы хорошие преподаватели. Много ребят хороших. Я бы хотела ей пожелать здоровья. Это сейчас важно. Талантливых учеников. И выиграть все конкурсы, которые будут в будущем. Благодаря талантливым ученикам и преподавателям, которые всей душой преданы своему делу, детская школа искусств смогла завоевать признание на городском, региональном и даже всероссийском уровне. Плоды такого успеха не заставили себя долго ждать. Настоящим подарком для детской школы искусств стало участие в этом году в национальном проекте «Культура». Нам были выделены средства денежные в размере 5 миллионов 900 тысяч, которые мы успешно освоили, благодаря которым материальная база детской школы искусств существенно обновилась. К нам приехали новые аккордеоны, рояль, фортепиано, гитары,
вибрафон, скрипка. Это большое подспорье нашим педагогам. Большой концерт, которым школа хотела отметить свое 45-летие, должен был пройти 3 декабря на сцене Саровского драматического театра. И хотя по понятным причинам его пришлось отменить, в ДШИ нашли способ не отказываться от праздника. У нас есть страничка в группе ВКонтакте, где мы запустили марафон поздравлений. Любой желающий, выпускник, ученик, родитель, педагог, люди, которые давно уже не работают или выпустились из детской школы искусств, могут оставить свои поздравления, прислать их на электронную почту нашей школы. Мы их обязательно разместим. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Мы желаем детской школе искусств и дальше оставаться тем, чем она и была все эти годы. Местом, где мечты воплощаются в реальность. В Сарове наблюдается рост заболеваемости кошек панлейкопении или чумкой. Об этих случаях сообщили нам волонтеры, которые занимаются спасением животных с улиц. Каковы симптомы болезни? Опасна ли она для владельца кошек и как можно ее избежать? Расскажем в следующем репортаже. Слухи о том, что среди саровских кошек произошла вспышка чумки, появились около недели назад. Первыми тревогу забили волонтеры, которые распознали у своих подопечных начальные симптомы этого опасного заболевания. Панлейкопения, как называют чумку на языке медицины, исключительно заразна. Поэтому тревожная новость быстро разнеслась по социальным сетям. Чтобы прояснить ситуацию и расставить точки над «и», наша редакция обратилась за помощью к специалистам. Так правда или нет? Ну, относительная правда, потому что не у всех домашних животных вспышка. Вспышка сейчас конкретно у безнадзорных животных, привезенных из другого региона, с волонтерами связаны. Болеют, как правило, сейчас, хотя там не привитые по возрасту, отсюда вспышка. Животные пока домашние, которые у нас городские, привитые, они, к счастью, не болеют. Предупрежден, значит вооружен. Многие владельцы успокаивают себя тем, что их пушистые питомцы никогда не покидают жилья, а значит и заразиться им не от кого. Это опасное заблуждение. Вирус-возбудитель чумки исключительно живуч. Ни жара, ни холод ему не страшны, и даже дезинфекция привычными средствами едва ли принесет пользу. Любой хозяин вместе с землей на своей обуви может принести в дом заразу, которая тут же перекинется на совершенно домашнего котика. После небольшого инкубационного периода животное начнет меняться прямо на глазах. Отказ от еды, вялость, температура, начинается кровавая диарея, рвота. Ну, видно сразу по котенку, что ему что-то не так. Главное не упускать момент. К сожалению, она очень тяжело лечится, но лечится. Вот. Маленькие животные, к сожалению, не выживают совсем, прям котятки. То есть 3-4-недельная выкарабкаться практически невозможно. Самое надежное и проверенное временем защита от чумки – это своевременная вакцинация. Первую прививку котятам нужно делать в 1,5-2 месяца. Через несколько недель ставят еще одну. И дальше уже взрослые животные вакцинируют с интервалом в год на протяжении всей жизни. Если придерживаться этого простого правила, за здоровье своего друга можно не опасаться. Проект «Ивент-команды» молодежного центра «Зато ученый» стал победителем и вошел в 20-ку лучших на областном конкурсе «Смотри общественных инициатив. Твоя мечта». Цель этого конкурса – поддержать лучшие инициативы по созданию новых культурных объектов в регионе. Подробнее о том, что такое «Зато ученый» и что активисты предлагают сделать в Сарове, расскажем в следующем репортаже. Андрей Сахаров, Юлий Харитон, Игорь Курчатов. История нашего города неразрывно связана с именами великих деятелей науки, конструкторов, испытателей, физиков. В честь тех, кто стоял у истоков атомной отрасли и в буквальном смысле ковал ядерный щит нашей страны, названа улица Сарова. Но одних названий мало. Многие жители города, особенно молодое поколение, не знают, чем прославились, например, Николай Духов или Павел Зернов. Для того, чтобы рассказать о подвиге этих людей, активисты ивент-команды молодежного центра задумали проект «Зато ученый». На домах будут таблички с QR-кодами. QR-код будет переносить на сайт, где будет информация об ученом-академике на улице, в которой вы находитесь. Также мы планируем создать арт-объект в виде атома, который будет рассказывать об нашем городе как об ядерном центре. Никита – один из активистов творческого объединения «Ивент-команда». Она существует в молодежном центре с сентября. По сути, «Ивент-команда» должна заниматься организацией праздников, флешмобов и акций. В нашей команде подобрались очень активные, творческие ребята. Они участвуют с удовольствием во всех конкурсах и мероприятиях и предлагают какие-то свои идеи. Очень у нас атмосфера в нашем коллективе очень дружелюбная. В этом году организаторы праздника остались практически без работы, но мы не унываем, мы проводим онлайн-мероприятия. Также встречаемся офлайн на занятиях и продолжаем придумывать интересные идеи для наших мероприятий и конкурсов. Проект «Зато ученые» участники ивент-команды придумали в сентябре и сразу представили на профильной смене «Наше дело». Получив консультации специалистов, ребята свою идею доработали уже в ноябре на форуме «Время выбрало нас», «Зато ученый» стал победителем. Вслед за этой наградой пришла другая, уже из области, с конкурса «Твоя мечта». Теперь остается реализовать задумку. Благодаря поддержке, которую ивент-команде обещали за победу в конкурсах, активисты надеются, что именные таблички и арт-объект появятся в Сарове в 2022 году. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.